о вспышке сибирской язвы в Дагестане. Вчера пришло известие о том, что 5 человек в Дагестане заразились кожной формой сибирской язвы. Есть ли основания для беспокойства? Сибирская язва – это занозное заболевание, то есть которым болеют животные, как домашние, так и дикие. Учитывая мусульманские традиции Дагестана, можно предположить, что заражение произошло от овец, потому что кожное проявление у пациентов именно на пальцах рук. Кожное проявление чаще всего бывает на руках и на лице. Сибирская язва протекает в трех формах. Самая легкая – это кожная форма, есть еще легочная форма и кишечная форма, гораздо более тяжелая. Заболевание считается особо опасным потому, что сибироязвенные споры длительно сохраняются в почве годами. Последняя вспышка сибирской язвы была на Ямале из-за того, что оттаяли скотомогильники. Периодически сибирская язва возникает там, где поедают мясо, верблюда, предположим, коровы после недостаточной термической обработки. Но данная форма, эта кожная форма, говорит о возможном контактном пути заражения. Возможно, те, кто заразились, занимались разделкой туш баранов, поскольку баранина – это излюбленное блюдо мусульман. Пожелаем заболевшим здоровья. Для остального населения Дагестана опасности нет, потому что, еще раз повторю, заболевание передается от животных к человеку. Человек для человека не является источником заболевания. Будьте здоровы!